Вы на канале Horn Russia, и как мы обещали, мы приехали в ателье Prime, чтобы посмотреть все этапы реставрации рулей. Давайте отвлечем от работы мастера. Привет, Олег. Привет, Евген. Олег, ну, я так понимаю, вы наши материалы используете в работе. Смотрю, три руля у вас в работе, да? Это сегодня пришло? Ну да. Это вот здесь и текстурная, ну это Ешка премиальная, ну, вижу. Да. И в основном мы на микрофибре используем материалы. Вообще разные абсолютно. А это Напа, да? Вот Напа, например, ну, вот, на микрофибре. На фибре вижу в работе. Это тоже вот Напа. Вот это Напа. Ну, Напа, наверное, популярностью больше всего пользуется, ну, я так да, понимаю. Да, естественно. Ну, разные бывают машины, естественно. Бывают, ну, на BMW чаще текстурные, угу. Каких-то. Ну, в основном Напа, да. Угу. Ну и как вообще материалы Horn в работе тебе вот в отношении рулей, по крайней мере? Ну, мы, по крайней мере, в 99% используем только Horn. И натуральную, по-моему, вы берете. Просто здесь да, я смотрю, ну, эко кожа. Это все эко, да, но натуральную тоже берем на премиум модели в основном. Ну, лайфхаками-то поделишься? Ну, а как же, естественно. Слушай, ну а подскажи, вообще технология какая перетяжки руля? Ну, в двух словах-то я тебе не расскажу, это не совсем просто. Пойдем, покажешь. Ну вот это... Первый из шагов, этап, да, ну, примерка, выкройка, да, естественно. А дальше пойдем, покажу. Пойдем. Друзья, ну, кстати, вот о чем я вам говорил. Удачная комбинация эко-кожи, псевдоперфорация и непосредственно Напы в рулях. Очень эффектно смотрится, работа еще не закончена, но результат, думаю, будет потрясающим. Мы же про лайфхаки с тобой разговаривали. Да. Ну, на самом деле, лайфхаков... как таковых у мастеров много, вот, но, как правило, они их все держат в голове. Вот. Ну и вообще для работы, в принципе, самое главное – удобство. Вот, вот если ты видишь такую стоечку вот у нас интересную. Да, я уж понял, да, я догадался. Кстати говоря, мы ее у вас приобрели, да. Удобная вот. В работе? Да, вообще, это такая... очень удобная вещь, как бы, для работы на мастеров, делать. Потому что вот старая школа мастеров, они все... привыкли работать на коленках и так далее, вот. А я знаю, что вы это, ну, делали модель по заводу Bentley, вот эту стоечку. Все, ну, ты знаешь. Вы мне рассказывали, да. Очень интересно. То есть она по высоте регулируется и по любой угол, в общем, очень удобно в работе. Вот, ребят, принимайте лайфхаки от мастера. Приобретайте, пожалуйста, стойки для перетяжки рулей. Очень удобная вещь. Время экономит. Ну, это помогает в работе, да, конечно. Да, и время, и качество улучшается. Ну, а нитки, ну, догадываюсь, что это Синтон. Ну, да, вот это Синтон, двадцатка. Ну, пятнашки тоже так же используем. Ну, мы у вас же их берем, в принципе. Ну, отлично. Олег, я не буду тебя больше отвлекать. Вижу, что работы много. Мастерам, порекомендуешь материалы Horn? В принципе, да, конечно, однозначно. Спасибо, да, что уделил время. Все. Ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, обратная связь очень важна. И не забывайте, что в конце вас ожидает интересный конкурс. Друзья, всем нам известно, что автомобиль управляется рулем. В рамках нашего обещанного конкурса вопрос. А до руля чем управлялся автомобиль? И когда появился руль на автомобиле? Автор самого развернутого ответа в комментарии получит приз, сертификат на сумму 3000 рублей от компании Horn Russia. Удачи!